Антон Сергеевич, началось не очень хорошее утро, ему хотелось еще полежать, да? Проверь, там пенал лежит. Да. Мальчика лежит. Григорий, просыпайся, сынуль, уже скоро 8. Тогда застегнулась, да? Когда ты назад. Все, форму взяли, нужно еще проверить, там есть обувь спортивная. А, да, я не вылажу. Пойдем тогда потихонечку. Да, я не вылажу. Хотел полежать еще? Да, я легся на диване. Мне не дали. Все, сыночка, счастливо тебе. Ой, уже и солнышко выглядывает. Солнышко выглядывает, видишь? Мы тут вязали, вязали, как раз пока все это навязали. Ольгу Баварию посмотрели, их отдых, да? А, отдохнули, что устали. Да. Сейчас собралась уже ехать за Антохой. У меня тут такой мини-тайм-менеджмент, чтобы потом приехать и быстренько приготовить обед. Я уже все подготовила. Морковку, лук, мясо порезала. Это куриные бедрышки без кожи. И поставила воду на макароны. В общем, макароны с мясом сегодня будут. Коробочка Бариллы есть. 59 рублей стоила в Магните. Я уже дома и быстренько готовлю обед. Жарю курочку. Уже с луком, с морковкой. Сейчас еще перец болгарский. Хорошо, Антош. Антоха уже побежал на улицу. Пока готовится обед. Воду ставила, она закипела, немного тут подвыкипела, я еще сейчас добавила. И сейчас закипит, я уже буду варить макароны. Вот они, Барилла. Коробочка стоила 60 рублей, ну 59 там с копейками. Сейчас я все это вскрою и буду уже варить. Сколько это, 10 минут? Или... А, 4-5 минут, да? Где? Ну что там? Ну давай, а где коврик? Там? Нет. А где он? Че, его в Доме культуры, что ли, забыл? Наверное. Ну, я очень за тебя рада. Тогда зачем тебе сумка? Чешки ты можешь и так в руках понести. Да. Я сейчас развезла все пряники. Ну, вернее, выезжала за Антохой на танцы и пряники развезла. Антоха в это время заснул, пока я всем все отдавала. Перед тем, как развозить, мне нужно было их сфотографировать. И вот у меня здесь фотофон, который Сержуня мне собрал. Здесь куча-куча всего рассыпано пайеток. Вот здесь еще кружева, ленточки всякие. В общем, фотоателье. Посмотрите, как темно. Вот всего лишь 4 часа. Дня, и у нас темень вообще. Сейчас пойдем на улицу, я вам покажу. Сейчас, но прежде я закрою окно, потому что там начинается дождь. Что у нас творится? Заходят черные-черные тучи. Не знаю, будет дождь, не будет сильный, но начинается. Посмотрите, как интересно. Там светло, и идет такая огромная туча. Вообще, да? Из фильма ужасов какой-то кадр. Нам уже пришла оплата за свет, квитанции. И Афонька выезжает. Уже приехали домой. У Гришки, оказывается, 5 уроков, 5:20 закончится, его уже Сержуня заберет. Сейчас Афоня по старой доброй традиции рулюет.
Что ты сказал? Что ты ночевать будешь? Да. Когда выходные? Да. Смотрите на этого человека. А что он там делает? Да? Да. Сильно? Да. Давай. Мама, ты дождь? Нет, там дождь идет, я не приду к тебе. Ну, куртку одень. Да? Да. Ладно. Или кофту. Хорошо. Одень кофту. Хорошо.